Знакомьтесь, рядом с нами профессор Павел Краснов из научного шоу. Здравствуйте, профессор Павел. Здравствуйте, девочки, здравствуйте, друзья. Праздником вас. Спасибо. Профессор Павел, уже не терпится понаблюдать, а если даже повезет, поучаствовать в ваших экспериментах. Расскажите, что сегодня будет проходить в нашей студии? Сегодня мы с вами увидим туман, который исполняет желание. Сделаем с вами искусственный снег, который даже можно будет потрогать. И много-много разных экспериментов и опытов. Хотите посмотреть на них? Конечно. Тогда будем начинать. Первый мой эксперимент. Девочки, у нас сейчас время года зима. Без чего не обходится ни одна зима? Без тепла. Без снега и без льда. А что делать, когда снега нету? На помощь приходит наша научная лаборатория. Можно сделать снег, искусственный снег. Сейчас я вам это покажу. Для этого мне потребуется вот такой порошок, смотрите, который мы добавим в стакан. Я специально приготовил для этого стакан. Итак, берем порошок и высыпаем наш стаканчик. Этот порошок называется полиакрилат натрия. Он впитывает в себя в 300 раз больше своего объема. Вот сейчас я приготовлю еще один стакан. И этот стакан мы с вами выльем в этот стакан. Итак, готовы? Да. Тогда считаем до трех. Раз, два, три. Выливаем полный стакан. Смотрите, начинает происходить химическая реакция. И вся жидкость впитывается в этот порошок. Как я сказал, этот порошок называется полиакрилат натрия. Приготовил я поднос. И по волшебству наш порошок превращается в самый настоящий искусственный снег, который я вам сейчас дам потрогать руками. Он очень приятный на ощупь, немножко даже тепленький. Хотите потрогать? Конечно. Пожалуйста. Как желешка. Теплый снег. Теплый снег. И, кстати, мы могли бы сделать, если бы добавили краситель, снег разноцветный. Если хотите, можем поэкспериментировать. Давайте. Давайте сделаем еще один эксперимент. Берем пищевой краситель синего цвета, добавляем в наш стакан. И у нас получается жидкость синего цвета. Я приготовил еще один стакан и высыпаем в него еще одну порцию порошка. И снова считаем до трех. Раз, два, три. Девочки, смотрите, у нас получилась порция какого цвета? Голубого. Голубого. Смешиваем два этих снежка. Смотрите. И вот получилось у нас такое красивое развлечение. На самом деле, когда не было спецэффектов и компьютерной графики, в студиях на телевидении использовали именно такой снег. Ну что, понравился эксперимент? Конечно. Отлично. Ну что, следующий эксперимент я называю «Туман желаний». Как вы думаете, почему он так называется? Может, потому что он дымится? Потому что он похож на туман и исполняет желания. На Новый год мы любим загадывать желания. И желания загадывать очень полезно, потому что они исполняются. Сейчас я сделаю эксперимент, который называется «Туман желаний». Для этого эксперимента у меня есть вот такая вот емкость. Я приготовил самое холодное вещество на Земле. Называется это жидкий азот. Слышали о таком? Да. Температура жидкого азота минус 196 градусов. Он очень холодный. Сейчас я его добавлю в эту емкость, и у нас начнется туман. И если до него дотронуться, желание исполняется. Давайте вместе загадаем желание. Готовы? Да. И я тоже загадал. Считаем до трех. Раз, два, три. Можно потрогать. Холодненький немножко. Ну что, девочки, вам понравились эксперименты? Очень. Очень. Профессор Павел, спасибо вам большое за эти неповторимые моменты. Было очень интересно. Мы желаем вам счастливого Нового года. Спасибо. Я вам желаю тоже счастливого Нового года и исполнения желаний.